Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Смотрите, я тут на рынке лазю. Смотрите, какой тут узкий проход. И сейчас я выхожу в самом центре Адлера на Новом Веге. Отвез велосипед, мне сейчас его будут ремонтировать. Вот у меня есть полчасика. Я хочу тут поснимать центр Адлера. Смотрите, где мы выходим. В самом центре на Новом Веге, друзья. И я сейчас планирую пойти по улице Демократическая к Мандарину, к пляжу Мандарин, Чайка, и показать вам, как там атмосфера и что вообще тут происходит, как проходит сезон. Поэтому, друзья, усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки. Смотрите, кукуруза по 50 рублей. Зовите друзей, отправьте это видео тем, кто любит Сочи. Мы начинаем очередной интересный ролик с центра Адлера, с Нового Века. И двигаемся. Смотрите, сегодня погодка пасмурная. Здесь построили новый фонтан. В этом году только его запустили. Также он светится по вечерам. В общем, здесь можно в жару прийти, охладиться. Тут слева, значит, центральный рынок у нас. Пойдемте по нему пройдем. Так, вот у нас на пути рынок. Можем зайти по нему прогуляться. Кавказский базар. Адлерский рынок, друзья. И здесь вот такая атмосфера интересная. Выжимают соки. Ой, у меня дома грейпфрут. Я так захотел сока. Грейпфрутового. Какого-нибудь кисленького, кисло-сладкого. Сейчас приду домой, сделаю. Кстати, вот это очень вкусно. Такой рахат лукум. Так, арбузы уже, дыни спелые. Так что, друзья, можете брать денег побольше. Денег побольше берите и приходите на рынок. У меня есть несколько роликов подробных о рынке, об этом, где я хожу тут с полным карманом денег, покупаю все, что хочу. И вы, друзья, тоже можете их посмотреть, эти ролики, у меня на канале. Где я, ну, именно контактирую с продавцами, узнаю цены, покупаю продукты. Так, вот мы быстро, оперативно прошли рынок. И выходим сейчас на улицу Демократическая, друзья. Это Демократический переулок. Тут горячий лаваш. Вареная 70, а сырая по 50 продавалась. Вот вам бизнес. Купил по 50, продал по 70. И двигаемся, друзья, по улице Демократическая. Здесь у нас есть баня, которая работает. Повсюду эти стоят груши. Кофейный аромат. Тут постоянно много людей сидит, кофе пьет. А я ни разу не пил. Потому что я не любитель кофе. Ла-л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 а.
Так, друзья, двигаемся по улице Демократической. Сезон в разгаре. Посмотрите, как он проходит. Напишите свое мнение. Напишите, как у вас настроение. Как дела? Откуда меня смотрите, когда приедете? И знакомы ли вам эти места? Мне будет интересно почитать. Вижу, что небо так подзатягивает. Посмотрите, какое дерево, и на нем растет пальма. Представляете? Нельзя? Нет, сейчас смотри, там это. Так, выходим, значит, тут, друзья, потихонечку. Смотрите, джипинг поехал. Выходим тут, подходим к центру. Смотрите, тут местная церковь. И сейчас через дорогу попадаем на улицу Карла Маркса. Я бы мечтал на этой улице иметь недвижимость. Вот она, улица Карла Маркса, друзья. Ночью тут все светится, приходите сюда обязательно. Мне сейчас нужно, знаете, что сделать? Мне нужно закопать провод на кенгуру, ну, тут на точке. Сейчас вот я хочу на нее зайти, посмотреть, закопать провод и пойти дальше к мандарину. Какая-то сегодня тишина. Хорошо, солнца нет. Если было бы солнце, я бы был в ауте. В том плане, что оно бы так жарило сильно. Доставляло бы мне дискомфорт. И так жарко, примерно 30 градусов. Но если было бы солнце, было бы 35. Чего себе тут открыли такую зону развлечений. Так, подошли к пляжу Чайка. Воздух 29, вода 25, друзья. Посмотрите. Все прекрасно.
Помните эту точку? У меня тут смыло стойку при шторме. Ну, смыло точку. И вот я опять ее перезапустил. Эту точку. Так, и мне сейчас нужно провод закопать. Знаете какой? Вот видите провод? Сейчас его прикопаю. Дорогие друзья, смотрите, я прикопал провод. Выполнил, так сказать, самую ответственную работу. Теперь вы знаете, чем занимается директор. И идем дальше. Прогуливаться по пляжу Чайка и Мандарин. Вообще какие-то то ли тучи, то ли пасмурная погода. Не могу понять. Вот. Но очень жарко, несмотря на то, что нет солнца. Погода, мне кажется, пляжная. И купаться самое то. Там сквер Бестужева, это кафе фестивальное, знаменитое, легендарное. Проходим пляж Чайка, друзья. Молодцы! Молодцы! Давно приехали? Только вот, только-только. А. Как зовут вас? Привет, и будете передавать? А кому? Никто не смотрит. Да? Ну, хорошего вам отдыха. Да. Удачи. Маме привет. Доброе утро. Мы уже кайфуем на пляже. Молодцы. Привет. Как у вас дела? Отлично. Все. Погода прекрасная. Я уже еду с границы России-Абхазия. Мы там несколько дней назад гуляли, как раз. Вот на свою точку ездил, там надо было провод закопать. Ага. Вот, директор работает. Прекрасно. Хорошая сегодня погодка. Да, в плане, что солнца нет, да, не жарит. Но все равно жарко. Да. Ну все, пойду я. Да. Хорошего вам дня, хорошего отдыха. Майкл. Это Майкл, это уже мои друзья. Они мне уже как родные, каждый день их встречаю. Хорошие ребята. Дружелюбные. Так, вон дракон едет. Так, спускаемся на пляж Чайка, друзья. Его продолжают тут после шторма приводить в порядок. Такая тут интересная атмосфера. Сергей, тормози. Здравствуйте. Серега, директор Адлера, здорово. Здорово. Слушай, всем подписчикам, короче,
респект. От души. За классный контент. Спасибо. Перед нашим отпуском. Мы много часов в твоих роликах зависли. Семья большая, приехали издалека, из Сибири. Пока, я рад, пока я рад. Красавчик, снимаешь четко. Как вас зовут? Меня? Да. Саша. Приветы будете передавать? Приветы. Директору Адлера. Спасибо. Всем саппортистам на том направлении, не знаю, как это называется. Там. Серф-дом. Да-да-да, все правильно. Приходите туда там, да. Покатайтесь. Твоему бизнесу, фото там, всем этим, как там, кабинкам. Вот только оттуда, да, провод там закапывал. Да. Вам я желаю удачного отдыха. Вы надолго приехали? Мы уже заканчиваем. Заканчиваете? Да. Ну, ждем вас тогда снова. Спасибо. Давайте, в следующем году. Давайте, удачи вам. Давай. Успехов. Так, друзья, смотрите. Вообще, я очень рад. Всем спасибо, друзья, за поддержку. Мне очень приятно, что вам нравится. Положительных отзывов гораздо больше, чем негативных. Да, есть кому и не нравится, но я понимаю, что то, что я делаю правильно после таких фидбэков. Друзья, спасибо вам большое, это очень приятно. И мы продолжаем, друзья. Итак, пляж Чайка. Полный пляж. И потихонечку двигаемся в сторону Мандарина. Вот он уже начинается, пляж Мандарин. Вот он вход. Смотрите, военный катер. Там летит. Так, ну смотрите, немножко места еще есть, так что можете брать билеты, приезжать или подписывайтесь на мой канал, будете в курсе того, как проходит сезон. Как вы видите, всем нравится то, что я делаю. Так, вот подходим к ребятам, к вышке на серф-дом. Тут, если придете, скажете, что у директора Адлера будет скидка 10%. Рубен, здорово. Здорово. Как дела? Отлично, Джек. Все четко. Илюху еще не видел? Илюху, по-моему, сразил ротавирус. Ротавирус, да, значит? Да. Понятно. Короче, он в общаге. Да? Ну ладно. Ладно тогда, удачи. Так, значит, сразил Илюху ротавирус. Поедем сейчас до него. Смотрите, какая атмосфера.
Добрый день. Здорово. Это прямой эфир, да? Это не, это видео просто. Ты выложишь нас куда-нибудь? Ну да. Вот вы во влоге будете, можете привет передать. Да, директор Адлера называется. Сергей Матвеев, директор Адлера. Можете привет и передать. Передаю привет маме, папе. У меня 10 тысяч подписчиков. Да, для моих 2 подписчиков. Да, привет им. Спасибо, что вы меня смотрите, видите, цените. Как тебя зовут? Меня зовут Заюша. Заюша, откуда ты приехала? Я приехала из Таджикистана. Супер. Ну ладно, будет Кавказ. Ну, все, так что все, все... кто нас смотрит, подписывайтесь. Там 100 тысяч можешь пройти. Да. Ну, если хочешь, отмечу. Вот Заюша, напишите в комментариях там все дела. А где в комментариях? Ну, на Ютубе где? Ну, кто на под роликом. Ну, подписчики мои. Я, давай, директор Адлера. Да. Все, я зайду и напишу в комментариях. Ищите меня в комментариях. Да. Все, комменты, лайки, подписки, да. Репосты. Все дела. Что, ничего не забыла? Вроде нет. Приезжайте, да? Приезжайте. Очень на Серстанцию, да, не знаю. Люди, тут люди хорошие. 10% скидка. Не, хорошие люди здесь тоже живут. Да. Да, не ведитесь на местных там этих... А, местные секреты сейчас. Просто не ведитесь на местных. Слушай, я, знаешь, Илюху хочу найти. Илюха болеет, дома сидит уже 2-й день. Все нормально у него? Уже, да. Я ему таблеточек вчера купил в аптеке, все, он полечится сегодня и приедет. Ну все, я помчал. Вот. Давай, Заюш, удачи тебе. Все, давай. Все, хорошего дня. Пока. Так, все, заканчиваем видео. Вот такая атмосфера сказочная. Ксюш, привет, всем привет. Привет. Здорово. Прикинь, я вчера потерял портфель. Помнишь, я когда вас видел? Ага. Прикинь, подъезжаю к дому, понимаю, что портфель... Нет портфеля. Ну, короче, нашел все нормально. На Amor de Amor отдали. У меня там... У меня касса в портфеле лежала, там 20 тысяч. Прикинь, все отдали, все нормально. Макс, здорово, приятного аппетита. Спасибо, спасибо. О. Все, друзья, всем, короче, удачи.